Сегодня юные футболисты чебоксарской команды «Восток» играли в финале всероссийского турнира «Кожаный мяч». Такое в истории детского футбола Чувашии случилось впервые. Матч за первое место прошел в Казани, где в борьбе за главный трофей чебоксарцы сражались с командой Московской области «Дмитров». За неделю до финала команда «Восток» без поражений прошла групповую стадию соревнований. Юным футболистам удалось обыграть соперников из Краснодара, Санкт-Петербурга, Воронежа, Благовещенска и Москвы. К сожалению, в финале наши футболисты уступили команде из Дмитрова со счетом 2-0. Чебоксарская команда стала серебряным призером всероссийского турнира «Кожаный мяч» в старшей возрастной группе.